Всем привет, друзья! С вами VovoTol. И сегодня мы с вами будем распаковывать и обозревать ноутбук Asus VivoBook E502NA. Данный ноутбук был куплен в интернет-магазине Розетка. Ссылка будет в описании. И да, друзья, если вам нравится видео про распаковки и обзоры разных товаров, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а мы начинаем. Ноутбук Asus VivoBook E502NA поставляется в картонной коробке черного цвета с фирменной надписью от Asus. Комплектация этого ноутбука довольно-таки скромная. В коробке у нас находится блок питания для ноутбука, сам ноутбук, а также разная документация в виде пособия пользователя и гарантийного талона. Ноутбук имеет экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей, то бишь Full HD. Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой. Благодаря цельной конструкции клавиатура не прогибается. Asus VivoBook E502NA обладает простым, но в то же время элегантным дизайном. Несмотря на свою компактность, ноутбук может похвастаться богатой функциональностью и поддержкой современных интерфейсов. Данный ноутбук оснащен 4-ядерным процессором Intel Pentium N4200. С тактовой частотой 2,5 ГГц. Этот процессор отлично подходит для работы с приложением Microsoft Office, просмотра фильмов, веб-серфинга и некоторых современных игр. Ноутбук Asus VivoBook E502NA оснащен высококачественным тачпадом для комфортной работы. Тачпад обладает высокой чувствительностью и невероятной точностью. Также ноутбук имеет SSD-накопитель емкостью 128 ГБ, что позволяет ноутбуку работать в разы быстрее. Кроме того, ноутбук имеет 4 ГБ оперативной памяти, что поможет вам работать с разными программами одновременно. А еще этот ноутбук оснащен видеоадаптером Intel HD Graphics 505, что позволит вам работать в разных приложениях и играть некоторые современные игры. А теперь давайте перейдем к разъемам данного ноутбука. На левом торце ноутбука расположены разъем питания, сетевой разъем RG45, USB 3.1 Type-C, разъем HDMI, разъем USB 3.0 и кардридер. На правом торце ноутбука размещены разъем USB 2.0 и комбинированный аудиоразъем для наушников и микрофона. А сейчас давайте уже будем подключать ноутбук и смотреть, как он будет работать. Как видите, ноутбук у нас запустился и работает без всяких нареканий. Дальше у нас уже идет стандартная процедура настроек. Также вместе с этим ноутбуком прилагалась фирменная сумка в подарок. Ну что, друзья, на этом видео будет подходить к концу. Если оно вам понравилось, не забывайте поддержать меня лайком и подпиской на канал. Также вы можете посмотреть мои другие видео, кликнув по аннотации на экране. Ну а с вами всегда был VovoTol, всем удачи и пока!